Взявшись за руки плечом к плечу, сотня студентов Ульяновского педагогического университета выстроились в форме медали «Золотая звезда». Сегодня у них свое специальное задание – поддержать наших солдат, которые отстаивают суверенитет России в зоне специальной военной операции. Полная картина видна с высоты птичьего полета, а всероссийская акция «Герой нашего времени» – способ поздравить мобилизованных мужчин и добровольцев с Днем защитника Отечества. Звезды зажглись в каждом регионе страны. Ребята с удовольствием согласились поддержать акцию, сделать большую звезду для того, чтобы передать пламенный привет всем ребятам из Ульяновской области, не только которые сейчас защищают нашу страну. Все мы, которые здесь собрались, понимаем важность и значимость этого великого праздника, как День защитник Отечества, то, что сейчас наши прекрасные бойцы, военнослужащие сражаются, защищают нашу честь, представляют свой героизм на благо нашей Родины. Теплые слова поддержки всегда доходят до адресатов. Весточка с родного края придает сил и уверенности нашим бойцам. Люди помогают от чистого сердца каждый день, не дожидаясь определенной даты. Вот совсем недавно мы были в Ростове, общались с участниками военных действий, и они сказали, что все, что делают молодежь, то, что делают студенты, школьники, вообще, в принципе, неравнодушные люди, даже те же простые письма, которые пишутся, им настолько это греет душу, и они понимают, для кого, ради чего вообще они там находятся. А именно ради великой победы. В нее верят все россияне, в нее верят и сами бойцы. Подобные патриотические флешмобы – лишь еще один повод выразить благодарность мужчинам за их героизм и отвагу. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.